Здравствуйте, меня зовут Роман Белов, и я юрист. Знайте, если ваши права нарушены, их можно защитить. И сегодня мы поговорим об алиментах на детей. Форма соглашения может быть только нотариальной. Если вы подписали какую-либо бумагу, которая не удостоверена нотариусом, то в таком случае вы должны понимать, что с юридической точки зрения ваш документ будет считаться незаключенным, и данная сделка считаться недействительной. Существует обязанность у родителей содержать своих детей, которая установлена и Конституцией Российской Федерации, и Семейным кодексом. Поэтому, если один из родителей уклоняется от содержания своего ребенка, то другой родитель или же законный представитель имеет право обратиться в суд за взысканием алиментов. Алименты бывают в конкретной денежной сумме и процентные. Процентные алименты – это алименты, получаемые от систематического дохода одного из родителей. Здесь не может быть случайный заработок. Если у вас один ребенок, то это четверть доходов, два ребенка, то это треть доходов. Если более трех детей, то это до половины всех доходов родителя. Решение суда и соглашение по расходам на ребенка – это еще не точка. Если вы взыскиваете денежную сумму, конкретную на вашего ребенка, то вы должны доказать жизненную нужду, а именно траты на вашего ребенка в месяц. Это могут быть чеки, услуги за дошкольное образование, турпутевки, медицинские учреждения. Родители несут равную обязанность по содержанию каждого из ребенка. Поэтому ваша жизненная необходимость – доказать траты на ребенка. Когда вы соберете весь пакет документов, то вы обязаны отправить его одному из родителей с просьбой уплаты алиментов. Если же родитель уклоняется от уплаты алиментов, то вы имеете право обратиться в суд. Поэтому лучше всего решать такие вопросы между обоими родителями.